Санитарная очистка Каспийска, ремонт городских дорог и подготовка к осенне-зимнему сезону. Коммунальные и ресурсоснабжающие компании отчитались о проделанной работе за минувшую неделю. Так, согласно отчету, порядка 540 твердых коммунальных отходов было выведено с территории Каспийска силами работников МБУ «Зеленый город». Также осуществлялась санитарная уборка города. В рамках исполнения программы «Мой Дагестан, мои дороги» начат ремонт дорог и тротуаров по улице Ленина, Хизроева, Агасиева, Котрова и Гамзатова. Полив зеленых насаждений на городских улицах, аллеях и скверах, а также вырубка старых деревьев и обрезка сухостоя в парке Халилова проводится регулярно. Кроме того, на мемориалах по периметру площади Ленина и вдоль трассы Амитхана Султана проведен покос травы. Специалистами МУП «Водоканал» за период с 10 по 16 июля было устранено 18 прорывов на водопроводной сети. Произведен ремонт двух пожарных гидрантов, устранено 43 засора канализационной сети, отремонтировано 11 канализационных колодцев. По линии газоснабжения ООО «Каспийскгазсервис» доложил о том, что за отчетный период осуществлена прокладка газопровода к многоэтажным домам в микрорайоне «Кемпинг», поднятие уличной арки по улице Лермонтова и перенос газопровода. Аварийной бригадой устранено 18 утечек газа, проведено техническое обслуживание 12 коммунально-бытовых объектов и двух котельных, а также покраска 400 метров газопровода по улице Кизилюртовская. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону сотрудниками ООО «Каспий теплосервис» проведен монтаж теплотрассы по следующим адресам: Халилова 26, 28, Абдулманапова 143. На Ленина 48 и Советская 27 проведена замена, а также покраска и изоляция трубопроводов и другие ремонтные работы. Специалистами МКУ ЖКХ города Каспийска осуществляется постоянный контроль над ходом проводимых работ. Кроме того, на контроле управления ЖКХ работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Также осуществляется работа по обработке обращений граждан и жилищный контроль в рамках хода подготовки к осенне-зимнему периоду.